Ребята, всем привет! Сегодня мы приехали в Теско Лотос. Надо купить продуктов. Оба. Вообще. Ну вот, кто там говорил, что про выпечку? Вот, не сладкая выпечка. Выпечка? Вот выпечка, офигенные кексики, всякие рульки, слойки, пицца. Привери мне деньги или нет, это должны были перевести деньги. Мандарины зеленые 55. Что-то как-то дорого, они были по 39 в Китае. Дыня. Дыня нам не особо-то нравится. Ланган. 69 бат. Нормальная цена. Ананас. 79 бат. Нет, это ланган. Да? Да. Хорошая цена. Уверен, что ланган? Конечно. Очень вкусные. Не вкусные? Вообще он мелкий. Должны быть зернышки побольше. Тогда он вообще крутой. А это мелкий. Да. Теска, своя фирма. Будь здоров. Арбузики по 10 бат. Килограмм. Муку бы хорошо купить. Хорошо купить бы муку. Спаржа. Я покупал 10 бат. Смотри, виноград 32 бата. А? 47 бат. А он, наверное, вкусный. Он прям сразу есть. Сосиску забыл. Надо, забыл. Ничего не забыл, надо. Еще помню. Сейчас. Я хотела посмотреть, что здесь сегодня есть из замороженного. Так. Рыба. Кальмар или осьминог. Еще рыба. Много рыбы. 54. 103. 54. Ну, а здесь курица. Это 9, 55, 58. Вот они маленькие. 55 бат, видите? А в KFC готовые. Три ножки стоят 54 бата. Здесь килограмм. Сколько стоят на этот раз сосиски? 149, 185, 109.
Но сосиски бывают обычно акция. То есть они либо 100, либо 150 бат. Вот когда 100, нам повезло. Когда 150, не очень. Вот сегодня еще за 185 есть вариант. Вот эти мясные шарики. Сейчас. Что, акция на полтинничек дешевле. О, крутятся 100 бат. Полукопченые вкусные очень, самые вкусные. Да, полукопченые сосиски нам нравятся больше всего. 140 бат уже. Мясо не берем, раньше такого не берем, потому что ходили замораживаем, да? Да, но можно, знаешь, что сделать? Можно взять небольшой кусок рыбки и сделать ее в кляре, как курицу мы делали в кляре, а сейчас делать рыбу. Давай лучше большую желтую возьмем. О, мой любимый желтый, ставь его. Давай. Да, я тут тоже болею. Вкусный. Очень. Ой, смотри, яйца дешевле, 69 бат, они же были 75 вроде. Свежие вроде, да, возьмем. Давай. Так, а я хотела посмотреть, сколько стоит детская зубная паста. У нас она заканчивается. Салфетки, да, я хочу Эрику зубную пасту посмотреть. Зубную пасту Эрику. А, вот она появилась, да? Это или это, блин, я телефон не взяла. Вот она, по-моему, краска эта, которая убирает желтизну. Ладно, это уж точно не сегодня. На такой денег нет. Так, вот они, зубные щетки. И вот они, зубные пасты. 25 бат, 19 бат, 41 бат. Короче, Colgate какая-то с тигренком, 2,5. А это Бен 10 какой-то. Не знаю. Лучше с тигренком. Кстати, мы с Эриком пользуемся... Мы с Эриком пользуемся зубной щеткой, которая с музыкой. И то есть, когда он начинает чистить зубы, у него начинает играть музыка. А когда он заканчивает... Она, соответственно, прекращает играть, но, может, он там нажмет второй раз, если решит в этот день подольше почистить зубки. Обычно он все-таки это делает, ну, вот как раз минуты три, пока песенка играет. Так, интересно, куда ушел Олег? Пойду, наверное, я его все-таки там посмотрю. Нету. Стабилизации, да, не хватает. 19 бат. А что, зачем? Зубная паста, да. Да, солнышко, тебе? Тигренок. Порошки всякие, кондиционеры для белья. Вот выбор тут нормальный порошков, смотрите. С этим все в порядке. Салфеточки. Да, солнышко? Походу нету. Может, хотя бы такие за 17 возьмем? Че некто? Смотри, сколько. Убери свое тело. А, с дороги? Мама, это купили. Да. Это мама
Да, зубки чистить. Не вчера, а сегодня. Сейчас покупаем. Соус этот возьмем? Какой? Нет, надо кетчуп. Кетчуп? Блин, соус тоже заканчивается. Можно острый взять за 25, его на дольше хватит. Потому что у нас есть еще тот, с которым размешивать. Там нету уже соуса. Ну, как хочешь. О, вот они, тасковские салфетки. Самые, да. Да, давай пару. 17 бат стоят. Пачка такая. Очень удобная. Перец. Похоже на соду. Вот перец. Том-ям паста. Баба. Мука, она не здесь точно. Здесь жидкость. Блин, как будет мука по-английски? Флёр, по-моему, да? Хотя один фиг, они практически не знают английский. Проще самой искать. Рис. Ой-ой-ой. Блин, ребят, представляете, муки не вижу нигде. Весь магазин обошла. Где она тут лежит? Кто-нибудь здесь бывает? В этом Теско на Натоне. Опять я пришла к печеньке. Кстати, вот это очень вкусное варенье. Правда, баночка очень маленькая, но зато очень вкусно. Я весь магазин обошла, я не нашла муку.
два этих за 70 возьмем, чем вот эти. Давай. Это офигенно, это гораздо лучше, чем это. Мама, я купил это. Носки. Это стоит 30. Ну и что? А это стоит 70. Два. Ну фиг знает логику. А? Можно купить один за 39, тогда один за 30. Будут те же самые 70. Почему не купишь? Потому что так дешевле. Один за 39, а один за 70, за 30. Вот этот оранжевый стоит 39, а эта вода стоит 30. Вот тебе те же самые 70. Нет, не то же самые 70. Я просто хочу больше чай. Маленький, что ли, просто взять и все? Ну, вообще за 20. За 20. Давай большой за 30. Давай большой за 30. Вот так вот ходить с нами в магазин. Не особо весело. И что, иди спокойно, я ж догоню. Че ты меня стоишь, ждешь, всегда ходишь? О, чай 9 баксов. О, желешки. Эти желе часто такие еще сами делают. Когда покупаешь капот, можно не заметить. Или мороженое хочет. Да. Хочу. Да. Точно. Точно вкусно. Опять почти на черта не пришли. Потому что мы хотим холодильник еще разморозить. Для этого нужно все-таки еще все съесть. Поэтому мясо мы сегодня покупать не будем. А, блин, рыбу же тоже не купили.